Районный конкурс «Народный мастер – это сила» прошел в Доме культуры станицы Северской. Встречала гостей выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Здесь собрали лучшие работы жителей Северского района, которые отражают народные традиции и культуру. Среди мастеров определили победителей и призеров. Мероприятие посвятили открытию года культурного наследия народов России. Особое внимание в нынешнем году уделят развитию самобытных традиций, ремесел и искусств народов России. Открытие года культурного наследия отметили яркими концертными номерами. На сцене Северского дома культуры выступил муниципальный ансамбль песни и танца «Весна». С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы администрации муниципального образования Северский район Марина Наумейко. Хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, за ваш труд. И пожелать одного – большого стремления вперед. Пусть сегодняшний конкурс, подведя итоги, покажет, что есть новые имена, открываются новые страницы. В торжественной обстановке Марина Наумейко вручила руководителям коллективов дипломы о подтверждении присвоении званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив».